Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, друзья. Приветствую всех из Киева. Вот только что приехал по Блаблакар, значит, попутчиками. С попутчиками на границе, правда, пришлось российской очень долго стоять, но ничего. Планировалось утром уже быть в Киеве, но к обеду, будем так говорить, да. Уже поздним утром приехал, будем так говорить. Хорошо, друзья, спасибо всем огромное за поддержку, за участие в моем служении Господу, молитвенное, финансовое. Вот здесь мой багаж, чемодан мой, рюкзак, дорожный мой. Да, слава Богу. Да, уже приходят сообщения. Я уже написал по дороге как раз к Киеву, уже писал сообщения, что уже в Украине. Вот, что подъезжаем уже к столице, вот так вот, так что, ну, а вот здесь вот уже и дом. Да, слава Богу. На Киото. Здесь очень хорошее место, парк Киото, очень люблю это место, полюбил. Вот, здесь парк этот, прогуливаться, вот, но уже 3 месяца не было уже. В Украине 3 месяца, вот через 3 месяца снова я в Киеве. Вот, и сегодня вечером планирую сделать прямой эфир в 19:00. Прямой эфир, прямое включение с Киева. Так что подключайтесь. На канале на Ютубе буду делать прямой эфир. Так что вот, ну и помолимся вместе, благословим Бога, поделюсь Словом Божьим живым. Вот, а также сегодня второе у нас число, 2 июля, 18 год. Вот, а уже завтра, 3 июля и, конечно же, соответственно, 4 уже июля, следующий день, эфиры будут посвящены Дню независимости Америки. Так что 4 июля, событию, которые произошли в 1776 году, и о предыстории этого события, такого геополитического чуда, одного из важнейших чудес таких в истории человечества. Так что, дамы и господа, благословляю всех вас, слава Иисусу Христу. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города уже Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Шалом.